Меня зовут Матеус, я работаю на ферме Хельман уже 9 лет. Хельман – это предприятие, которое уже 48 лет на рынке. Наше основное направление – это оборудование для выращивания несушек. Мы 2 года работаем вместе с Animal Farm Peru и очень довольны. Здесь, на Avicola Joyce, мы монтируем как раз установку на 40 тысяч несушек. Добрый день, меня зовут Педро. Для монтажа комплектного оборудования такого размера нам понадобится 30-40 дней. Один птичник для 40-50 тысяч птиц мы монтируем приблизительно в 15-20 сотрудников в течение 30 дней. К ним относятся укомплектованный сбор яиц, бункеры и, конечно, пометы удаления. Меня зовут Йони Ниньо. Я технолог на агропекуария ИОС. Это уже второе оборудование Хельман, которое мы приобрели. Первый птичник уже работает 10 месяцев и дает оптимальные результаты. Существует значительная экономия в употреблении корма, в задействовании персонала, в площади, в борьбе с болезнями и значительно меньше работы. Есть очень хороший сервис, который нам оказывает содействие. Меня зовут Сесар Рейес Хасинто, я заместитель директора на агропекуария Санто-Доминго. При помощи Animal Farm мы получили предложение о клетках Хельман. У меня была возможность увидеть все функции и проверить все ожидания. Они очень практичны, экономят место, материалы отличные, мы смогли это проверить. Я думаю, что Хельман первопроходец. Меня зовут Санто Рейес, я директор на агропекуария Санто-Доминго. Улучшение заключается в низких потерях корма, большой однородности животных и, конечно, в отношении яйца. В то время как курица имеет большую однородность, яйцо придет к тому же. В качестве рекомендаций для коллег, которые это одобряют, я считаю, что Хельман является очень хорошим вариантом. Меня зовут Федерико Крудова, я владелец продукта Савикула Чикама. Разница между ручным и автоматизированным производством величайшая в том, что касается пользования. Одним из самых больших преимуществ является здоровье. Чем меньше люди входят, тем ниже риск для здоровья. Это позволяет нам лучше настроить все задания, кормление, сбор яиц и даже пометы удаления. Их технология очень хороша с точки зрения металлографии конструкции. Мы видим конструкции, которые будут вдохновлять нас долгие годы. Вы можете видеть животных, которые находятся в очень комфортной среде, что способствует очень хорошей продукции и в то же время устойчиво оптимизирует состояние курицы. Наши сотрудники чувствуют себя лучше, лучше управляют своим временем, так как все усовершенствовано, все работы прогнозируемые, и им легче планировать. У нас очень хорошие отношения, и мы находимся в постоянном контакте. В сомнительных случаях они тут же находятся в нашем распоряжении, и мы очень довольны. Это позволяет нам сделать шаг вперед и стать, как обычно, ведущей компанией. Меня зовут Ромер Сангай. Я владелец Avicola Pungurume и я из региона Кахамарка. От системы с ручным управлением к автоматизированной системе произошел качественный скачок. Поскольку трудовые ресурсы улучшились, я улучшил производственные факторы и параметры, которые закрепляют нам генетическую линию. Я сравнил несколько компаний, в том числе из Бразилии и США. При этом я увидел несколько качественных факторов – распределение корма, практичность сбора яиц и техническое обслуживание оборудования в случае, если по какой-либо причине какой-либо компонент вышел из строя. Преимущества, я бы сказал, много. Они практичны в эксплуатации. Процент смертности, который снизился более-менее на 50% по сравнению с тем, что было раньше. Одномерность у меня превышена на 4 балла.
Время акклиматизации также сократилось на 2 недели по сравнению с прошлым. Сервис, ну, это один из ключевых элементов организации запчастей и заказов. Я скажу, у нас очень хорошие отношения. Безусловно, они очень хорошие, потому что вместе мы облегчили и улучшили закупку оборудования и запасных частей. Я хотел бы сказать людям, которые заинтересованы в оборудовании Hellman, принимайте во внимание качество оборудования. Прочность, удобство с точки зрения обслуживания и обработки и послепродажное обслуживание для оптимальной работы этих устройств.